Весело проходят выборы в местные кенеши, особенно в Бишкеке. Партии попадают в смешные ситуации и традиционно раздают кучу фантастических обещаний. На улицах Бишкека на агитацию вышла даже, представьте себе, кунг-фу панда. А в интернете спасти город спешат супергерои Марвел. Пытаясь получить внимание избирателей, каждая партия использует абсолютно все ресурсы. Рассмотрим этот баннер. Партия «Свобода выбора» говорит, что любит кыргызов. Что они этим хотели сказать? В интернете прикол не оценили. Мы тоже очень сильно любим русских, дунган, узбеков и других наших соотечественников. Но в следующий раз, пожалуйста, поставьте запятую в правильном месте. Партия НДПК заявила, что не отдаст город шакалам, а Иман-Нуру подверглась критике за баннер, которым они перегородили граффити. Кстати, работа посвящена борьбе с домашним насилием. Слоганы вроде «Решим все проблемы», «Будем развивать» могут произносить новые партии. Но на выборы идут и 32 депутата предыдущего созыва БГК. Они были представителями партии СДПК, Республика Атаджурт, Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс и Мекеним Кыргызстан. Смогли ли они выполнить все свои обещания? Вопрос, разумеется, риторический. Сейчас же все эти люди пафосно презентуют свои новые программы и уверяют, что знают все проблемы города. Но в этот раз они не смогут вас обмануть. Приготовьтесь, сейчас мы расскажем, кто из депутатов предыдущего созыва БГК идет на выборы. В партии Саламбекова под названием «Эмгек» присутствует 8 депутатов. Это Базарбек Абдыраев, Бахтыбек Абдиев, Русланбек Джакышев, Асель Перматова, Эльмир Досалиев, Джаныбек Абиров, Сергей Шин и, конечно же, Джумабек Саламбеков. Партия Атаджурт Кыргызстан, которая неофициально считается партией власти, также 8 депутатов БГК. Таланбек Джамгурчиев, Валентина Лесниченко, Рыспай Аматов, Талайбек Сурабаев, Асылбек Акылбеков, Адиса Исмангазиева, Улан Абдыкадыров и Алымбек Бахтыбеков. С Интымахом идут 5 депутатов БГК. Казыбек Эргешев, Чыңгыз Джумалиев, Мизамидин Калыков, Наргиза Джолдошбаева и Талайбек Сариев. Кстати, последние двое – родственники стесняющегося депутата Камчыбека Джолдошбаева. В партии экс-мэра Азиза Сурахматова 4 депутата БГК. Куанчбек Кангантиев, Сейдахмат Исмаилов, Нурджан Тынымсеитова и Алмазбек Уланов. Еще 2 депутата – Вайман-Нуру, Аскарбек Куручбеков и Бактыбек Шайдуллаев. С партией «Патриот» также 2 депутата – Сабирджан Кадыров и Эрнис Докенов. С реформой Талай Сагынов, у социал-демократов Уазарбек Абдылбеков и в республике Гульнара Молдобаева. Последний – единственный депутат, который остался в своей команде. Остальные ушли в другие партии. 13 депутатов решили не принимать участие в этих выборах. При этом кандидаты от партии Биримдик и Мекеним Кыргызстан не оставили попыток получить власть. Как мы помним, действия этих партий стали причиной октябрьских событий. Журналисты издания «Клоп.кг» провели расследование и узнали, что 46 биримдиковцев и мекенимовцев принимают участие в текущих выборах. Они присутствуют в рядах партии Атаджурт Кыргызстан, Ынтымак, Замандаш, Ишеним, Эмгек и НДПК. Несмотря на слова Садыра Джапарова о том, что более в Кыргызстане не будет партии власти и партия Мекенчили не будет принимать участие в выборах, все же 13 мекенчилевцев распределились в рядах различных политобъединений. Прочитав программы партии, мы пришли к выводу, что у них слабое представление о полномочиях городских кенешей. Выборы проходят в городах и селах, а их обещания республиканского масштаба. Например, партия Атаджурт Кыргызстан обещает, что страна войдет в топ-50 в индексе восприятия коррупции. В данный момент в этом рейтинге Кыргызстан занимает 124-ю строчку. По силам ли это городским айылым кенешам? Или атаджуртовцы перепутали выборы в местные кенеши с парламентскими? Кстати, эта партия использовала в своей программе хадис пророка Мухаммада. Интересный ход. В программе партии Иман-Нуру есть 8 пунктов. Там описывается, каким должен и не должен быть Бишкек, но нет информации о методах и подходах. Как именно будем развивать столицу? Ладно, давайте поверим им. У них есть программа и, самое главное, иман. Но это не точно. Программа некоторых партий больше похожа на философские трактаты. Там звучат экзистенциональные вопросы вроде, каким мы видим Бишкек, каким он должен быть. Партия Ахбата – яркий пример. Они обещают навести порядок во всех сферах, начиная от экологии до строительства. Кроме того, на баннерах экс-мэр Нариман Тюлеев заявляет, что именно он построил Южную магистраль и обещает бесплатный хлеб пенсионерам. Республика заявляет об острой нехватке автобусов и троллейбусов в Бишкеке.
Но погодите, это же было в вашей программе в 2016 году. В пункте 1 автобус вместо 3 маршруток эта идея уже звучала. Вам для этого еще 4 года нужно? Нет. Партия «Айкуль Кыргызстан» совсем не понимает, что здесь происходит. В их программе нет ни слова про Бишкек, но написано, что они поддерживают президентское правление и стабильность. Молодцы, мы за них рады. Одна из самых коротких программ у партии «Наш народ». Она состоит из 210 слов и 6 пунктов. Они делают ставку на люстрацию и строгий контроль за деятельностью мэрии. Свобода выбора обещает сократить тарифы на электроэнергию, газ и другие коммунальные услуги в 2-3 раза. Запомните это. Через 4 года мы спросим, чем там дело кончилось. Самая короткая программа у партии НТМА. Здесь всего лишь 126 слов. Представьте себе, у них нет громких обещаний. Неужели в Кыргызстане появилась достойная партия? А нет, на своей странице на Фейсбуке они раздают обещания направо и налево. От борьбы со стройкомпаниями до общественного транспорта. Все как обычно. Вообще, все программы похожи друг на друга. Взяли все болячки Бишкека и обещали решить все проблемы. Видно, что большинство кандидатов не знает о функциях городского кенеша. Ведь проблема отсутствия развития в городе – это барабанная дробь, нехватка бюджета. Как с этим будут бороться будущие депутаты? На какие деньги будем закупать автобусы? Если не будет ответа на этот вопрос, то можно все программы отправить на тот же мусорный полигон. Здесь всего лишь популизм и манипуляция. Не верьте громким обещаниям. Не голосуйте за политиков, которые не реализовали свои программы. Это будет самым жестоким наказанием для них. Помните, что как избиратель вы вправе требовать от депутатов решения проблем до конца. Ставьте лайки, распространяйте это видео и, конечно же, подписывайтесь на канал. До скорого!